Всем здравствуйте! Рада видеть вас на моем канале «Мода и красота». Шикарные стрижки на средние волосы для женщин 40-50 лет в 2021 году. В нынешнем сезоне 2021 на пике популярности стрижки на среднюю длину волос. Например, стрижка «Каскад» отлично смотрится на женщинах 40-50 лет. Каскадная многослойная стрижка придает локонам объем за счет разной длины волос. Каскадные стрижки весьма разнообразны. Можно подобрать идеальный вариант стрижки, исходя из текстуры волос, их цвета и формы лица. Следующая стрижка на средние волосы – это каре. Стрижка каре уже давно стала классикой. Обрамляющие лицо пряди отвлекают внимание на себя и делают женщину миловидной. Это позволяет скрыть недостатки в виде морщинок и несовершенного овала. Стрижка – популярная стрижка боб. Эта стрижка хороша тем, что с ней вы можете делать различные укладки. Можно оставить прямые волосы, либо сделать легкие волны, или можно накрутить на бигуди.